Всем привет, с вами Марк, и сегодня буду играть на Койкрафте. Да, вот так. Четвертая часть. Ну да, а как тебя называть хотя бы? Просто я не знаю, как тебя называть правильно. Не, нормально, Ник, придумай себе. Ты еще не вовсе Ник, так что я не могу тебе ни за что имени не знаю настоящего. Все, началось тебя. Кирилл, Андрю, за тебя просто Кирилл. Меня уже убили! А ты знаешь, что я выиграл? Я одного убил. А ты знаешь, что я только один раз в жизни тут выиграл на хайтице? Да, я один раз его выиграл за всю свою жизнь. Я очень много раз выиграл. У меня я на первом месте, меня Кирилл убил. Нет, ты... А, вот теперь ты на первом. Ты был просто на втором. Вот меня сейчас сбил, кстати. Я тебя видел. Ты читер, у тебя читы. У меня тут есть. У меня есть, кстати, читы. Но они просто не пойдут, скорее всего. Они пойдут, и в принципе, наверное, пойдут. Но я не буду с ней играть. Смысл? Как ты с щитами играешь-то, а? Да я не с щитами, я всего! У меня 6 убийств. Ты как ты меня так убил, мой щитер? А, ну вот Кирилл признался. Сам говорит, не-не, читер, потом сам признается. Вы знаете, что он прикол? Знаешь, какой сейчас прикол был? Такой выпадаем пацана, и я убиваю его, а он меня убивает. Не убью. Ну как всегда. Меня увози. Да ох ты читер. Да как мне? Да... Как так? А, я вообще тут тоже задрот, блин. Я вообще каждый день в Майнкрафт играю. Я этот пацан один. Да ладно. У меня 10 убийств. Тут ассасин. 11. 12. Кок-ток. Кок-ток-то. Да что такое? Ты меня в воздухе. Я сейчас прямо в воздухе один пацан убил. Он так разрыгнул на меня, он меня так разрыгнул на меня и убил. Ура! Ура! Я знаешь, как я на третьем? У меня 15 есть, у меня убили. Что это там за звуки? У меня вопрос. Прощай, я тебя убил сейчас со спины её сзади. А сам кто? Ой, ещё одного убил. Опять, я их со спины все убью. Я, кстати, на четвёртом месте, это очень плохо. Тут ты читер, он, короче, ходит вот... Это... А какой у этого Крокса... Скин какой? Какого вот медведя, короче? А, этот я убивал уже. Всё, всё, можно играть. Я четвёртый, у меня 18 убийств. Давай сыграем? Давай. Давай только другой арен. Я вот на эту арену уже Gold War 100 раз звал. Она была, по-моему, первой. Она была в первой, во второй, третьей части, по-моему. Давай гол на... Lost World! World! 4 титания, там нет никого. О, Алекс! 4-4! 3-2, заходи, Алекс какой-то. Налево? 4-2, короче, я не помню уже где. Но сейчас игра, наверное, начнется. Всё, у нас заполнена арена, у нас заполнена. Ой, я зашёл! А мы на разных аренах. Ты их зашёл. Вот эту арену я люблю, я на неё уже играл. Но всё равно, вот на 9, 8, 7, 6, 5. 4. У нас арена полностью заполнена.
Crap, tu. Sim, eu ouvi. Rolinho. Senhor. O som. Я приведу вашу ответственность на канал, и шеф-марк, и вы с ним пока.